Меня зовут Иван Никитенко, я студент факультета кино и телемистецтва Киевского международного университета. Не так давно ты покинул школу бардов. И скажи, пожалуйста, а долго ли ты ходил сюда к нам заниматься? Я ходил в школу бардов около 4 лет. Ты до этого мог играть на гитаре, петь? Ну, немного, но на гитаре не играл, а петь так. Для себя. 4 года, которые ты провел здесь, в школе бардов, они как-то помогли тебе стать студентом? Да, я песню смог сыграть, из-за которой меня взяли. Сказали, что очень серьезный взрослый материал. А что за песня была? «Деревянный костюм» Владимира Высоцкого. И ты сказал, что это был третьим в рейтинге, да? Там? Да, да, третьим в рейтинге на моем факультете. Все мы веселы, бываем и угрюмы, но если надо выбирать, а выбор труден, мы выбираем деревянные костюмы. Люди, люди нам будут долго предлагать не прогадать, а сказать, что вы еще не жили, вам надо только-только начинать. А потом предложат или-или, или пляжи, вернисажи, или даже пароходы, их наполненные трюмы, экипажи, скачки, рауты, вояжи, или просто деревянные костюмы. И будут веселы они или угрюмы, и будут в роли злых шутов или добрых судей, но нам предложат деревянные костюмы. Люди, люди, люди. А что бы ты мог посоветовать тем людям, которые вот сейчас находятся, например, на сайте или в YouTube и смотрят твое видео и никак не могут решиться к нам прийти сюда в школу? Что бы ты мог посоветовать? Обязательно приходите, это дает неповторимый опыт в игре на гитаре. Это не как в обычных школах, что тебе дается то, чего, что захотел учитель, что дается по программе этой. А ты сам волен через некоторое время выбирать песни, и тебе расскажут и помогут ее сделать на высоком уровне. Ну что ж, желаю тебе удачной учебы. Спасибо. Пока.